Всем привет, с вами Кирилл, играем Лунтик X, борьба за жизнь. Я тут... ты согласилась у меня? Я тут зашел на канал и... обалдел. Сразу, что мне выпало на голову, это вот это. Да, ничего. Я тоже ничего не заметил сначала. Вышел такой, смотрю, такой Лунтик X, да, вот такое, все нормально, зомби апокалипсис, захожу. Ничего тут на комментарии не обращаю внимания, тут захожу в Лунтик X, тут что, матерится, не матерился, бэк, фигня, я ответил сам, фигня, не нравится, не смотри. Тут потом подняли глаза, я посмотрелся на глазами своими, на лайки, 39 лайка. А потом я решил посмотреть на просмотры, 1000 просмотров. Потом я как-то офигел и решил зайти посмотреть, сколько у меня подписчиков. Я зашел и у меня 457 подписчиков. Как? Я решил опять заснять про Лунтика X. Да. Так, выбор главы. Начало кошмара. Давайте начнем. Мапака получила Лунтику и Кузи важное нарвать землянику для варенья. Лунтик и Кузи любезно согласились. Лунтик, давай уже поскорее собирать эту землянику. Давай, Мапака умеет готовить варенье. Варенье будет вкусно. Хорошо, только сбегаю домой, кое-что забыл. Это у меня глючат или что? О. Жмите. Лунтик нашел землянику, но также нашел нечто странное. Какой-то портал, ведущий неизвестно куда. Интересно, что будет, если я зайду туда? Это опасно, но я должен это сделать. И Лунтик отправился в портал. А, вот как заканчивается. Глава вторая. Слуга сатаны. Зайдя в портал, Лунтику стало страшно. Ведь он попал в ад. А. Ага. Я не понял, что случилось. Ведь он попал в ад. Так, тихо, братуш, странный. Кто ты? Что тебе нужно от меня? Мне нужна твоя душа, чтобы я пришел за ваш мир. Я облачил. Зачем тебе это? Все, все должны жить в моем мире, в аду. Хватит болтать, сдохни. Познай мою силу, я хочу вторую голову. Глава третья, король. Наконец-то я уйду отсюда. А, понимаю, это плохой признак. Все, я перезапустил. Тихо, главное не упасть. Я наконец-то свободен. Время убить всех и забрать их души. Уверен, они смогут дать сдачи. Выбери персонажа. Мила. Нужна Мила. Без ее души я не смогу активировать свою ультраформу. Какое счастье, вот и она гуляет. Так, понял, сразу побег надо. Это что такое? Мертва, Кузя.
Так. Ха! Да что такое? Прикинь, в этом реально жизни увидеть. Ой, Лунтик стоит. Лунтик, ты чё, варенье обожрался? А, ты в компьютере. Сидел долго, глаза как у наркомана. Кузя! Кузя и Лунтик Икс встретились. Привет, друг, давай играть! Лунтик, мы не играли, мы хотели собрать земляники. Для варенья. Ах да, пойдем собирать землянику. А почему ты весь в крови? И твои глаза черные. Неважно, отдай мне душу. Нет, что ты сделал с Лунтиком? Песни с Лунтикой. Ой. С Лунтикой. Кстати, тоже могу записать. Нужно ми... Почему у меня Мила запускается? Я не понял. Мне нужна Мила, почему? Не Мила, вот она. Да, а я выбираю пчеленка. Пчеленок, ё-моё. Ладно, Несиса прошел. Все мертвые, это хорошо. Но эти две гусеницы, они помогут помешать моим планам. Нужно их остановить. Они тоже умрут. Так, глава 4, да придет спасение. Вовсень, как обычно, прогуливался по поляне, как вдруг увидел его мертвых друзей. О боже, что с вами случилось? Какой ужас! Но сзади уже был Лунтик Икс. Так, сразу понял, что нужно бежать. Так, на какую клавишу прыгать? Оп, оп, оп. Ой. Уже 4 души. Нужно 5. Время убить Вупсиня. Вупсинь и все мои друзья мертвы. Но я должен отомстить за них, убив Лунтика. Главное не трусить. Глава 5. Истребление. Окей. Что, эта жалкая гусеничка себе позволяет? Он правда думает, что сможет меня победить? Да он не выстоит и секунды перед моей силой. Здесь только я смею управлять чьей-то жизнью. Да иди ты нахрен, а. Ой, тебе бубенчики отрежем. И не будешь ты Лунтиком Миксом. Вот и ты, поганец. Быстро верни моих друзей. Если только выстоишь против меня, ты умрешь от первого удара. Это мы еще посмотрим. А, камень. Хе. Ну что, так же, как и Мила, на живой склад ограбим. Или магазин. Так, лечение. Он еще из танка стреляет и лыбится еще. Вот поганец. Ты поганец, понял? Ты поганец. Ты застранец. Ты дебил. Вот кто ты. Че, как, почему я как дебил тут заржал? Ну, надо убить этого Лунтика Икса. Че, не? Давай. А, все? А, ну все. Так. Ну тогда спасибо всем за просмотр. С вами была Кирилл. Мы играли в Лунтика «Борьба за жизнь». Всем спасибо. Всем пока.